Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я вам хочу показать обзор на клетку бренда Триол, модель SV209. Вроде бы правильно сказал, не знаю. В описании напишу под видео. Ну что, пойдемте смотреть обзор. Друзья, у меня исполнилась детская мечта. Мне подарили большого попугайчика. Большого-большого. И очень-очень дорогого. Я просто счастлив до потолка. Просто я так рад, я так счастлив, друзья. Это просто что-то нечто. Представляете, у меня будет большой-большой попугайчик. Такой розовый, с таким хохолком, как у меня прическа. Это просто... у меня эмоции хлещут в разные стороны. Ночью еле-еле заснул, потому что очень много эмоций. Через пару часов я поеду в Подмосковье за попугайчиком. Ехать где-то 2 часа. Ну ничего, я обратно где-то 2 часа. Ну ничего, нормально. А сейчас пойдемте смотреть обзор на клетку. Итак, друзья, давайте будем делать обзор на мою клетку. Вот она такая вот большая, очень большая. Полностью из металла, на колесиках. Можно будет передвигать, то есть туда или сюда, куда хотите, можно будет передвигать. Сейчас вот с этой стороны вам показываю. И покажу вот с этой стороны. Вот видите, какая глубина клетки? Вот. Так. Здесь вот такая вот большая-большая дверь. Защелка вот такая вот интересная. Потом, значит, еще в набор входят такие вот мисочки. Вот раз миска. Вот два и три. Жердочка вот такая входит. Потом входит еще одна... такая же жердочка, но только поменьше. Вот, сейчас я вам ее тоже покажу. Сейчас я вам покажу эту жердочку. Вот такая вот жердочка. Она вставляется вот наверх, вот туда. Крыша, потому что открывается. И попугайчик оттуда выходит и бегает по этой жердочке. Сейчас я вам все это покажу. А вот эту лесенку я купил отдельно. И вот эту качельку я тоже купил отдельно. Ну, в принципе, и все. Тут больше нечего показывать, потому что, ну, клетка и клетка. Большая такая, металлическая. Естественно, поддон выдвигается. Вот так вот. И решетка тоже нижняя выдвигается. Вот, ну, в общем, как-то так. Так, лесенка мне не дает задвинуть. Ну, ладно, я потом сделаю. Ну, сейчас покажу вам еще потолок, как открывается, как вставляется жердочка. Так, давайте я вам сейчас покажу. Сейчас. Вот так здесь берем. Вот так вот. Вот так. Раз. Потом два. Вот так вот делаем. Видно вам, не видно, не знаю. Потом берем жердочку, вот так вот, жердочку, вот так вот, такую берем жердочку, которая в набор входит. Вот так вот, раз. И все. И здесь попугайчик будет вот так ходить. Вот так будет ходить, ходить, ходить. Ну, естественно, естественно, я куплю еще жердочки. На первое время куплю, а потом принесу уже из леса. Березовые, хорошие жердочки, то есть веточки, да, из них уже сделаю жердочки. Вот, хочу поставить где-то вот сюда,
потом поставлю сюда и сюда. Ну, в принципе, нормально. Ну, естественно, конечно, игрушки попугайчику. И что еще? Ну, еды, конечно, само собой, много. Вот. Но умеренно, естественно, иначе будет жирный. А это очень плохо. Вот, ну, в общем, как-то такая вот клетка. Очень большая клетка, хочу сказать. Для одного попугайчика, такого, даже для какаду, очень большая. Для него это будет просто хоромы, царские хоромы. Вот. А, и я, когда вот купил, всю дорогу ехал и думал, блин, они же могут, как бы, вот эти вот мисочки, как бы, клювом выбрасывать на пол. А потом посмотрел, и оказывается, здесь есть защита от этого. Сейчас я вам ее покажу. Вот, смотрите. Вот, видите? Вот эта защита не позволит мисочку уронить. Вот, видите? Сейчас я вам покажу. Вот, видите? Не даст. А я-то думал, блин, что мне делать, что мне делать? Оказывается, все уже готово. Вот так вот. И, конечно, здесь она тоже открывается. Вот так вот делается спокойно. И все выдвигается. Все для удобства, все для удобства. Вот, ну, что еще сказать, не знаю. Пока не знаю. Если что-то будет новенькое, я, конечно, сделаю видео и выложу. Вот. Друзья, забыл еще сказать, что в набор входит еще защита от мусора. Это вот такие вот металлические листы. Вот такие вот металлические листы. Не знаю, вам видно, не видно. Вот посмотрите. Их нужно вставлять на низ клетки, и мусор не будет разлетаться по всей квартире. Вот. Также идут еще в набор какие-то шурупики. Потом шурупы. Что-то там еще было, не помню. Вот.